Итоги работы за год подвели и волонтеры «Химок». Самые активные, а это 40 человек, получили почетные грамоты и ценные подарки. Каждый из этих активистов за уходящий год принял участие более чем в 30 мероприятиях. В свободное время помощь людям, допустим, нас зовут куда-то, и мы приходим и помогаем, чем можем. Движение «Я волонтер» городского округа Химки появилось в 2015 году. Сейчас оно насчитывает более 150 человек. Среди них как школьники и студенты, так и представители старшего поколения. Организаторы движения отмечают, что они оказывают неоценимую помощь во время участия в различных мероприятиях, особенно социальной направленности. Ребята оказывают очень большую поддержку и помощь. Они и занимаются навигацией людей, и координацией, и где-то на каких-то мероприятиях регистрируют гостей, где-то помогают ветеранам там, в возложении цветов, где-то помогают инвалидам. То есть очень большой пласт работы именно на этих ребят ложится. В следующем году волонтеры планируют занять такую нишу, как помощь инвалидам. Обратиться за такой поддержкой сможет любой нуждающийся.